компьютер. Игра и запись порой зависали как минимум на 10 секунд, и порой это длилось до минуты. Это привело к тому, что я не мог записать полное прохождение игры, над которой корпел каждый день в течение целого года. Начинать запись заново посреди забега было нельзя, потому что из-за этого игра тоже зависала. Обычно это длилось еще дольше, чем